Ребята, всем привет! С вами Андромалик, и у нас сегодня 4 игры. Mad Out 2, потом какая-то новая игра, платная за 2 доллара, по-моему, ее купил. Дальше третью игру вы знаете, и в конце у нас будет PUBG, возможно, победа будет. Поехали! Mad Out 2, вам понравилась эта игра, специально для вас я ее играю. Может быть, я даже думал задонатить в эту игру. Я вот думаю, может быть, тут новую тачку купить. Давайте задонатим. Давайте вначале посмотрим, сколько стоят тачки. Так, ну это стандартная тачка. У меня только вопрос, если я тачку купила, она всегда у меня будет, или я каждый раз должен тачку покупать? Ну, если я взорву, разобью там, или кто-то украдет у меня ее. Какие тут варианты? Ну, вот смотрите, 70, да. Давайте найдем тачку, которую я реально хочу купить, которая мне нравится. В реальной жизни, если бы у меня была, к примеру, она бы мне понравилась. Кстати, а что с графикой? Это максимальная графика вообще? Давайте попробуем посмотреть. Так, давайте русский язык сразу поставим. Русский язык, так, сложность нормально. Сложно. А что за сложность? Мы же в мультиплеере будем играть. Лимит, экономия заряда. Не надо никакая нам экономия заряда. 60 кадров поставим. Графика, давайте посмотрим. Наибыстро, быстро, хорошо, очень хорошо. Давайте очень хорошо. Не буду максимально фантастическую графику ставить, чтобы у меня батарея не разрядилась. Так, звук, все нормально. Клавиатура, джойстик можно использовать, да? Отлично, это мы все сделали. Теперь давайте найдем тачку, которую я хочу купить, и сколько она стоит, посмотрим. А, давайте сделаем тачки самые красивые. Тут, смотрите, графика, да, и чисто тачки. Тут есть что-нибудь тачки? Деформация машин, да, отложенное освещение, размытое. Ладно, давайте фантастику поставим, пофиг, чтобы машина красивая была. Так, тут игра очень плавно идет, смотрите, я 60 кадров поставил, она вообще офигенно стала идти. Ого, это Волга. Так, а это что за тачка была? Что это за тачка? Японская, наверное, какая-то. Я не особо такие люблю. Так, я хочу прям реально тачку, которая, ну, стоит своих денег. Я сейчас донатить, типа, буду. Посмотрим, сколько она стоить будет. Волга. Ну, вот, кстати, вот это мне нравится. Цвет только говняный. Тут, наверное, поменять же цвет можно. Это что у нас? Это Каен старый, да? Это Панамера, Порш. Я бы Порш взял, но 911, например, мне нравится. Так, это тоже не... Ой, это что такое? А, это Кибертрак. О, Урус. Блин, тут цены уже нереальные какие-то. 2000 этих, а сколько стоит 2000? Сколько донатить мне надо? Так, сейчас, алмазы. 2000 алмазов. Ого, вот это ценник. Ладно, давайте купим что-нибудь подешевле. Я не готов, потому что я не уверен, что она останется у меня машина. Мне кажется, это на один раз только. Подождите. Ну, смотрите, 10 баксов это 350. Вот давайте наш бюджет 350 этих. Вот, 350, что это такое? Не знаю, мне просто эта тачка не нравится. Хорошо, а в золоте тут есть. Сколько золота стоит? Может, золото выгодно купить? А 600 тысяч за 15 долларов. 600 тысяч, да? Есть что-нибудь за 600 тысяч, что мне нравится? Ну, вот 650 офигенная тачка. Только у нее зад какой-то странный. Здесь что-то колес нету, это что такое? А что это такое? А, не загрузилось. Ну, гелик этот. Ну, блин, он вонючий этот старый гелик. Нафиг его покупать. Вот это мне нравится тачка. 690 тысяч. Что-то мне еще нравилось, дайте посмотрим. Давайте я сейчас быстро выберу. Ну, прям тачку мечты хочется. Ого, да. Она, кстати, неплохая тачка. По приколу ездить. Она реально такая веселая. Так, а что еще есть? Ну, вот это прикольная еще веселая. Ну, Нива тоже неплохо. Блин, давайте вот эту купим, белую. Или слишком стрёмная. Она такая же, как черная. Блин, что взять ей? УАЗик. 40 тысяч. Сколько 40 тысяч? 3 доллара. Все, давайте УАЗик беру. Все, сейчас я это, денежки куплю. Так, что? Что происходит? Старт и нап коинс. Ага, 3 доллара. Мой фейс, я тут. Минус 3 доллара. Залетает в игру. Сейчас посмотрим, купим мы эту тачку или нет. Еще какой-нибудь глюк возникнет. Так, ожидаем. Окей, написано. Все, покупаем, короче, УАЗик. Тюнинг потом нажмем. Вы хотите купить? Да. Все, хочу теперь тюнинг. Так, цвет какой-нибудь... Подождите, а где назад? Подожди. Цвет тачки. Я должен веселый сделать. Ну, такой, чтобы он смотрелся солидно. Блин, ну эта тачка вообще огонь в таком цвете. Я вообще в жизни нигде не видел такой цвет. Красный. О, розовый! О, вот это крутой цвет. Вот это то, что надо, ребята. Реально. Реальный цвет. Просто реально. Какой только оттенок. Вот такой давайте.
Тут можно, кстати, например, разные цвета делать. Здесь другой цвет, там этот. Не-не-не, давайте все сделаем так. Блин, а как сделать цвет? А, выбрать много. Все, все в один цвет сделали. Все. Только подождите, более такой главный. Вот такой цвет, то, что надо. Класс, мне нравится. Так, стекла. Что стеклами можно сделать? Разные цвета, да, стекла. Ну, блин, ну максимально черный, наверное, цвет. Подожди, а можно какой-то типа желтый? Блин, ну тут вариантов много. Давайте желтый. Чисто еду, такая тачка. Не, на самом деле не смотрится. Давайте черный сделаем. Ну просто, ну реально не смотрится. Так, номера у нас какого цвета будут? Номера. Давайте желтые пусть будут. Текст какого цвета? Ну текст, наверное, черный будет. Окантовка белая. Все. Так, ой, колеса можно еще покупать, да? Не за деньги, надеюсь. Так, смотрите, можно колеса прям, чтобы выпирали. Смотрите, как гелик сделаем. Поднимем тачку. Высота. Высота чего? Так, во. Ну, это вообще прикол. Так. Блин, тут вариантов вообще миллион. Сейчас такую тачку сделаем, все тут удивятся. Полный привод, не полный привод, колеса, это что такое? А можно послушать звук? Полиция, да или нет? Не-не-не, не надо. Номера. Номера. Номера Андро Малик, конечно. Такие же можно? Во. Андро Малик. Давайте американский возьмем. Можно USA? Не, нельзя. Ладно, пофиг. Все, купил все, что надо. А, сколько это стоит? Зацените, 11 тысяч монет. Ну все, потратили на все. Ой, блин, я даже не знаю, что будет у меня сейчас. Так, где... Так, подождите, а что тачка исчезла-то? Вот она. Все, она есть у меня. Все, погнали играть. Нажимаем игра, онлайн. Какой сервер взять? Ну, побольше народу, чтобы было. Ну, вот этот, подожди, вот этот. Connect. Все! Блин, долго я выбирал, конечно, все. Ну, блин, ну столько денег потратил, задонатил еще. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Блин, как игра прикольно идет в 30 FPS. Вообще. Интересно, а реклама будет? Я же задонатил в игру. Реклама будет в игре? Во! Вот эта тачка. Садись, залазь. Музон от таз просто. Как она ездит криво. Музон хороший, тачка классная. Ну ты что стреляешь-то нас, чувак? У нас тачка вообще огонь. Ой, что-то взрывает тут. Ой, у меня задняя дверь открылась. Не выдержала. Машина еле едет, если что. Скорости в этой тачке вообще нет. Тачка вообще разваливается. Она сейчас развалится, реально. Тачка реально развалится. Так, ладно, поехали дальше.
Это как GTA RP, там тоже тачки покупают за донат. Я никогда не донатил, не покупал, но я чувствую, когда у тебя такая тачка необычная, это прям привлекает внимание. Так, поедем, где народу много. Будем понтоваться тачки своей крутой. А что еще надо? Тачки для этого и делают такие, чтобы просто чисто понтоваться. Сейчас, правда, взорвут меня, мне кажется. Что-то все лагают как-то тут мне. Ой, разбомбили машину. Так, а что тут еще можно делать? Ну, весело проводим время, конечно. Ну, таких крутых тачек я не видел, как у меня. Ну, это сами подумайте. Розовая. Розовая. Буханка, еще колеса криво стоят. Это ж вообще... УАЗик такой. Так, а задний ход это вот это, да? А, он рекламу смотрит. Интересно, у меня будет реклама или нет? Мне вот интересно. Наверное, будет все-таки. Я просто мало поиграл еще. Так, а можно... Так, а как музыку поменять? Мне это музон надоел просто. Странно, что мне ничего не подстрелили, мою тачку. Она такая заметная. Никто реально не стреляет в мою тачку. У меня уже горит что-то. А что у меня тачка горит? Я ж ничего не делал. Просто проехался немножко. Но это стандартная ситуация с российским автопромом. Он просто сам горит со временем. Даже ничего не надо делать. А где здоровье посмотреть бы еще? А это типа пересесть можно. О, сели. Сел, чувак. А, можно открыть машину, чтоб любой зашел. Залетел. Можно, короче, оставить машину, закрыть ее, и никто ничего не сделает с ней. Ну, как не сделает? Врезаться там можно? Так, давайте в эту машину врежемся. Мне кажется, машина мне сейчас взорвется просто моя. Что, я взорвался? Да, я взорвался. Все, игра закончена. Все, надонатили на 3 бакса. Так, а снова машину я смогу сейчас призвать? А, тут типа за денежки, видите? Типа надо ждать. А сколько ждать надо? За 1 секунду, за 5 секунд, за 30 секунд. А, то есть они... Хорошо. То есть я... А что... Доставка, ну. А как можно ее, ну, типа, подождать? Бесплатно, в смысле. Никак, что ли? Ну, это как-то, ну, блин, ну, некрасиво. Ну, ладно, поиграли отлично. Мне понравилось. Так, что за игра вот эта? $2, по-моему, стоило. Недавно вышло, все пиарили эту игру на YouTube. Я что-то поздно в нее завис. Давайте смотреть. Поппи. Так, что, русский язык есть? Нету? Main menu. Подождите, настройки. Язык. Испанский, английский, нету. Яркость, музыка, субтитры. Давайте субтитры включим, буду читать и переводить вам, если надо будет. Play, новая игра. Так, что за игра вообще? Так, смотрим. Заставка. You are about to see the most incredible doll ever invented. Так. Her name is Poppy. А, Поппи, это она. Я думал, это он. Маленькая девочка. Поппи gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Это первая кукла, которая может поддержать разговор с ребенком. Just watch. Ну, не верите? Ну, смотрите. Сейчас посмотрим. Это типа раньше была такая. Поппи is as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my
Интересно, в реальности была такая кукла? О, она ходить может. Of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Ну, $3 тогда это дорого было. Сейчас это копейки, конечно, за куклу. Таких цен нету. Но тогда $3, какой тут говорили год, 60 и 50, это очень много было. Это как сейчас, наверное, долларов 50, если не больше. Может, 100. Деньги-то обесцениваются. Тогда это можно куклу было за 3 купить, сейчас за 100. Так, найти какой-то цветок нужно. Написано. Мы все еще здесь, найти цветок. Это уже игра или что это? Это загрузка такая, да? Так, извините, ребят, первый раз запускаю, даже не знаю, что это такое на экране. Загрузка. Загрузка. Так. Что-то игра тормозит. Мне кажется, или она тормозит, как-то криво сделано. Так, что это? Мы сюда пришли, да, откуда-то типа... Хорошо, это что, прыгать? Угу. Так, можно погромче? Может, мы тут от кого-то убегать должны? Вообще, что тут делать? Так, здорово, добро пожаловать, написано. Угу. Кассету какую-то взяли. Я даже не нажимал, она сама взялась. Может, компьютер вставить надо? Нет, ничего тут нет, мышка, ничего. Хорошо, кассету зеленую какую-то нашли. Так, тут проход. Можно, наверное, перепрыгнуть или что? А, подождите, это же прыжок был. А как он... Не понял. Я думал... Он в какие-то моменты... А, он сам приседает. Когда надо, он сам приседает. Понятно. Так, тут что-то закрыто, да? Какая-то дверь. Может быть, она потом откроется, а может, тут и никогда не будет прохода. Хорошо, запомнили? Что-то тут закрыто есть. Хорошо. Здесь мы все посмотрели. Посмотрю, что здесь вот что-то лежит. Какая-то... Что это? Что это? Что это? Коробка какая-то. Короче, это не надо ничего. Какая-то еще... Все двигается, кстати, в игре. То есть, теоретически, можно вот взять, поставить куда-то, да? Запрыгнуть на эту штуку. Потом запрыгнуть еще куда-нибудь и так далее. Ладно, будем иметь в виду. Тут есть еще что-то. О, подождите. Магнитофон. Опа! Так, что там будет? Привет, меня зовут Лейд Пир. Я глава... Play корпорации какой-то. Yeah, we played this little tape on loop whenever we closed the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ладно, бесполезно то, что мы послушали. Только сказали, что у куклы есть какие-то сенсоры, которые можно активировать, и там может сработать какая-то тревога на фабрике. Я что-то не понял, что за тревога. Ну, короче, что-то может сработать, поэтому там, типа, бла-бла-бла. Но мне кажется, это просто информация ненужная вообще. Что здесь искать? Какие-то две куклы были тут. Они, типа, сбежали. Кто-то их достал, типа. А что за звук, слышите? А, едет поезд. И что, он ездит тут? Бесконечно, да? Здесь что-то было, какие-то игрушки, кто-то все игрушки распаковал. Возможно, тут как раз куклы были. И куда-то забрал. Хорошо. А что тут у нас лежит? Походу, здесь ничего нету, можешь. Я так все уже посмотрел. Может, запрыгнуть куда-то можно? Но, судя по всему, здесь ничего нету. Пойдем туда, туда надо, наверное, идти. Смотрим еще наверх, может быть, что-то интересное здесь увидим. Здесь какие-то коробки. Здесь посидеть, типа, можно. Игрушка какая-то. Сюда можно запрыгнуть, тут ничего нету.
Poppy wants to play. Poppy хочет играть. Так, что это? Что-то, подождите. Так, интересно. А что делать? Я подбираю. Нет, тут нельзя так подобрать. Так, подождите. Подождите, а какой тогда цвет туда? Где-то должны быть цвета. Их должно быть очень много. Может быть, паровоз этот ездит с цветами? Нет. Сейчас я попробую обратить внимание на цвета. О, я, короче, нашел. Походу, тут можно прыгать, нет? Смотрите, запрыгиваем сюда. Не, нельзя? Не, мне показалось. Хорошо, отсюда нельзя. Типа на полку эту хочу запрыгнуть. Смотрите. Ну, типа, если что-то подложить, я думаю, запрыгну. Дальше там можно на поезд этот запрыгнуть. Ну, а что это даст, я не знаю. Я так просто рассуждаю, потому что я уже застрял и не знаю, что делать. Какой-то пароль там нужно ввести. Все остальное мы уже посмотрели. Где этот пароль? Ну, где эти цвета можно посмотреть-то? Какие-то коробки валяются. Надписи тут какие-то. Может быть, здесь уже дверь открылась, пока мы эту кассету посмотрели? Не? Непонятно, что делать-то. Чуваки, походу, все, я застрял. Нужны ваши комментарии, чтобы вы мне подсказали, что делать. Я не знаю. Может быть, вдалеке там посмотреть что-то там? Все закрыто. Как я должен подобрать эту, ну, зеленый, желтый, синий? Зеленый, желтый, синий. Зеленый, желтый, синий. Блин, не подобрать. Все, я застрял, ребята. Я застрял. Где мне взять эти цвета? В компьютере? Раньше еще мониторы, компьютеры были специальным экраном таким, типа излучение забирали для себя. Специальные такие. Экранчики дополнительные, защитные. Вспомнилось что-то мне. Блин, чуваки, извините, игра, конечно, может быть и хорошая, но я застрял. Ой, я даже не знаю, куда смотреть, где эти цвета увидеть. Тут желтый какой-то, синий, ну, они же должны в каком-то порядке где-то быть. Я же не знаю. Gift shop, это типа магазин сувениров. Тут что-то разбито все. Куда смотреть, где цвета? Паровоз только какие-то цвета запоминать, фоткать на телефон, идти туда, подбирать. Хорошо, тут можно попрыгать, я смотрю, ну-ка. Тут что, я запрыгнуть не могу? Алло, вроде высота позволяет, но что-то не могу запрыгнуть. Чего тут делать? Может быть, тут что-то найти надо? Может, какая-то игрушка тут валяется? Я ж так особо не смотрел, что тут есть. Ну, просто если бы было что-то, я бы, наверное, увидел сразу бы. А здесь ничего нету. Так, давайте попробуем сюда запрыгнуть. Есть идея, есть идея. Давай прыгай. Подождите, может быть, здесь... Опа! Так, куда дальше? А куда дальше, я не знаю. Походу, никуда. На забор? На забор. Так, а ты можешь научиться приседать? Он не умеет приседать. Короче, все, ребята. GG, я проиграл. Все, не знаю, что делать. Здесь мы вставили кассету, послушали. Туда прошли, там ничего нету. Никаких предметов мы больше не подбирали. Какие цвета, не знаю. Синий, красный... Синий, красный, желтый, красный, синий. Я без понятия, может, там цвета радуги надо нажать просто? Я без понятия, что тут нажимать. А может, ресет? Тут есть еще кнопки? Синий, красный... Желтый. Сейчас я подберу, ребята. Тут, походу, просто 4 цвета надо каких-то подобрать.
Так, давайте подумаем. Какие четыре цвета? Зеленый. Походу, я знаю. Смотрите. Зеленый. Желтый. Синий. Красный. Сейчас еще раз посмотрим. Зеленый. Желтый. Синий. Красный. Все, нажал. Так, вот это. А, тут можно еще, смотрите, что делать. Они нажатые. Можно куда-то сходить, посмотреть что-то. Подождите, вот здесь еще какие-то штуки. Синий, красный. Желтый. Синий. Да блин, ну. Раз, два, три. Три цвета везде. Красный, синий, желтый. Ну, еще зеленый есть. Ой, все, ребята, я не знаю, что делать. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Короче, тут просто подбирать цвета какие-то. Тут даже запоминает игра цвета. То есть тут какие-то цвета. Может быть, можно просто от балды подобрать как-то? Ребята, все, я проиграл. Жду подсказок, какие цвета надо было нажимать. Я не разобрался. Извините. Не разобрался. Ладно, поехали. На моей новой тачке. Смотрите, какая красивая. Поедем проходить 11 уровень. Ой-о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 й
особенно на такой скорости. Я всегда аккуратно тут ездил. Так, сюда едем. Тут я не понимаю, что делать. Ой. Так. Главное не провалиться в эту дырку. Все, сохранение впереди. Сохраняемся. Все, можно рисковать теперь. Но тут негде рисковать. Тут только если... Да. Думал, я негде рисковать. Есть где. Потерял где-то 10 секунд. Ну, ничего страшного. Мы все равно на 3 звезды пока что идем. Главное, больше не падать. Особо сильно не падать. Может быть, еще один раз можно как-то упасть. Если много здоровья не потерять... много времени не потерять. Так, я здесь, видите, не рискую я здесь. А здесь нужен прыжок, прям хороший прыжок. Погнали. Погнали, с Богом. Хорошо. А тут я не знаю, на какой скорости прыгать. Ух, как повезло. Я сохранение хочу взять. Едем назад со сохранением. Повезло-то как. Повезло, машина просто остановилась после падения каким-то образом. Я не знаю как. Как это сработало, но мне повезло. Так, пока идем хорошо. Давайте дальше попробуем. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ёшкин-матрёшкин, я застрял. Нормально? Нормально. Так, а что делать дальше, я не понял. Куда прыгать там? С маленькой скоростью, что ли? Как тут прыгать-то? Вот так, что ли? Куда я не допрыгнул? Как там прыгать-то? А просто прыгать, что ли, со всей скорости? Или что, куда я там улечу? Что-то ничего не понял я. Ну, давайте я турбо включу. Там, походу, финиш уже или нет? Что здесь я застрею постоянно? У него задний привод или что? Что с приводом? Передний привод или что? Чё я здесь проехать-то не могу? На ровном месте. Серьезно? Реально нельзя проехать. Заценить. О, пошло, пошло. Все, давайте врубаем максималку.
Там, походу, просто прыгать надо, наверное. Нафиг этот круг, я боялся. Все, просто летим вперед, смотрите. Бах! Пол машины разбилась. Надо было сразу так делать, нормально было бы все. А я что-то побоялся, думаю, что там делать. А что здесь, подождите, а что здесь? Что здесь? Давайте помедленнее. Ой! Тут надо наоборот побыстрее немножко. Ой, не переворачивайся, пожалуйста. Ну, о, нормально, нормально. Игра помогла мне. Так, а здесь что делать? Я уже это проходил, просто не помню. А, здесь надо со всей скорости. Ну, 3 звезды не дадут, конечно. Я затупил немножко. Может, 2 звезды дадут? Ну, у меня вроде было 2 звезды. 1 звезду вообще дали. Ужас. Ой, что-то долгое видео получилось. Давайте без PUBG, ребята. Реально не хватает времени на PUBG. Давайте как-нибудь я поиграю в PUBG. Потом. В следующее видео вот у меня будут GTA-шечки. Потом какие-то тут дальше игры. Я перенесу это вот сюда. Вот сюда у нас будет эта игра. В 3-м видео. В следующем видео я GTA-шки поиграю все. Попробую настройки поставить. Русский язык везде поставлю. В общем, приходите, если вам нравится GTA, потому что скоро выйдет ремастер GTA, и мы будем потом сравнивать вот эту вот старую GTA, вот эти старые игры, я их не буду удалять, и новые вот такие 4 штучки будут, не 4, вернее 3, вот это Liberty City вроде не переделывают, ну я это точно не знаю, но скорее всего не будут делать ее, потому что ее, наверное, продают плохо, я не знаю на самом деле, будем смотреть, будем смотреть. Ну что ж, все. Спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. Надеюсь, вам понравилось. Ну и там подпишитесь, чтобы не пропустить. У меня каждый день выходят ролики. Все, всем пока. Увидимся.